Всем привет, с вами Жора, и сейчас будет кое-что интересненькое. Как вы знаете, ВКонтакте сейчас очень развивается, а конкретно развивается VKCoin. Что это такое, сейчас расскажу. Покопавшись в пабликах ВКонтакте и вообще в VKCoin, я узнал такую вещь, что VKCoin это не официальное как бы приложение. По крайней мере, это то, что я узнал. Может быть, это неправда, может быть, правда. Я говорю сейчас то, что понял я. Разработчик не ВКонтакте, не концерн Mail.ru, а просто вот чуваки, вот их ник. Можете глянуть, у них даже есть своя группа ВКонтакте, где они игры всякие вот разрабатывают. Вроде так. И ссылочка в описании на их группу будет, посмотрите. Вообще, приложение VKCoin планировалось к выходу к 1 апреля, но так как его сделали, в общем-то, раньше и запустили его немного раньше 1 апреля. Это была чисто такая вот развлекушка, чтобы, как мне кажется, взять и продвинуть VKPay. Все мы знаем, что в музыке ВКонтакте есть реклама, и там рекламируют VKPay. VKPay, оплати там подписку на музыку, все дела. Чисто с точки зрения рекламы, раскрутки, я просто учусь на рекламщика. Вот, я думаю, что это, значит, был такой ход VKCoin, чтобы распиарить VKPay. Все вы, наверное, знаете, что такое PayPal. Это такая платежная система, где, в общем-то, можно зарегистрироваться с помощью карты Visa, MasterCard и других банковских карт. И делать покупки, совершать покупки, там все дела. Так вот, VKPay это примерно одно и то же. Смысл приложения VKCoin вы уже поняли. Для раскрутки VKPay, для сервиса VKPay. А далее, как заработать на VKCoin? Это очень легкий вопрос, потому что можно взять, нафармить свои коины, накликать и продать таким же людям, которые еще не полностью понимают, в чем прикол VKCoin. И они отдадут тебе денежку. Сейчас VKCoin очень сильно развился, и у некоторых, нет, не у некоторых, у большинства людей уже есть по 1 миллиону этих коинов. То есть потихоньку обесценивается коин, VKCoin. Поэтому, ребят, нужно с умом сюда подходить. Вообще, если вы хотите заработать, ну, это будут небольшие заработки. Сейчас я посмотрел, люди принимают себе пожертвования, вот эти, как бы, переводы, покупают VKCoin'ы от 1 миллиарда, по-моему. Потому что уже 2-3 миллиона, 10 миллионов уже есть, ну, у многих. Люди сами могут брать и назначать свою цену на, к примеру, миллион VKCoin'ов. Я посмотрел расценки, примерно, ну, 50 рублей за миллион. Или там 200 рублей, 300 рублей. Кто как, в общем, назначает цену. Ну и самое основное о приложении VKPay. Что это за фигня? Это кликер обычный. Кликер это что такое? Если вы помните, раньше были игры, вот старые, ну вот, мне было 10 лет примерно, я скачал себе игру, яйцо такое было, и ты должен миллион раз ударить по этому яйцу, и там что-то должно было вылупиться. Вот это примерно одно и то же, только ничего не вылупливается, а как бы ты зарабатываешь себе очки. Вот кликаешь, 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 и потом ты переходишь рубеж, и чтобы уже не кликать механически, правильно, да, говорю, механически, ты можешь переключить это все на автомат. Ты берешь, покупаешь некоторые расширения, дополнения, скорость увеличиваешь. И там, к примеру, я прокачался уже до 12 раз в секунду. Можете посмотреть сейчас, как это быстро работает. Вот 12 коинов каждую секунду мне падает, в общем-то, на этот счет. Можете увеличивать, можете не увеличивать, можете просить своих друзей, чтобы они вам переслали эти коины. Пока что я еще не понял, никто еще вообще не понимает, что происходит с этими коинами. Но если полазить в самом приложении VKCoin, там есть описание такое, что ты можешь с помощью этих коинов покупать себе одежду, еду, какие-то в интернете покупки оплачивать. В общем-то, полный PayPal. Полный PayPal. Если ВКонтакте и Mail.ru развят эту тему, будут развивать,
будут развивать эту тему, то будет довольно-таки классно. Ну вот, в принципе, все, что я хотел вам рассказать про VKCoin, про VKPay. Чисто мое мнение, чисто та инфа, которую я узнал буквально вот вчера-сегодня из интернета. Она вот есть в свободном доступе, можете сами все проверить. И опять же, все ссылочки будут в описании. Если тебе понравилось это видео, то, пожалуйста, подпишись на мой канал и поставь лайк. Ну а я увижусь с тобой в следующем ролике. Пока!